Полицейские сейчас ищут свидетелей вооруженного ограбления. По информации городского отдела внутренних дел, 2 июня во 2:00 ночи неизвестные в масках ворвались в помещение автозаправочной станции по Киевской. Угрожая оператору предметом, похожим на оружие, открыто похитили денежные средства более 40 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 162 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших разбойное нападение. Отдел МВД России по городу Ноябрьску просит граждан, располагающих информацией по данному преступлению, просьба сообщить по телефонам дежурной части 02-318-010, либо на телефон доверия 318-222. Вознаграждение гарантируется.